После обильных снегопадов на дороге вышли не только коммунальщики, но и сотрудники ГИБДД. Зима ставит перед инспекторами новые задачи – контроль качества уборки улиц района от снега. Патрульная машина теперь сопровождает колонну дорожной техники. Пока коммунальщики ликвидируют снежные заносы, сотрудники ГИБДД регулируют движение, чтобы избежать возникновения заторов на дороге. Когда все работы завершены, госавтоинспекция выносит свой вердикт качества уборки улично-дорожной сети. С нашей стороны есть уже административная практика, то есть мы выдаем предписания, вот составили 3 административных протокола на должностных лиц за формирование снежных валов в границах пешеходных переходов. Под пристальным вниманием ГИБДД не только нерадивые коммунальщики, но и невнимательные автомобилисты, то есть те, кто привык оставлять своего железного коня под окном, невзирая на дорожные знаки. Речь о табличке «Остановка запрещена» с указанием дня недели и конкретных часов, когда действует запрет на парковку. Тем, кто проигнорирует этот знак, придется искать свое транспортное средство на ближайшей штрафстоянке.